Canotti, Triple G Golovkin. Абель Санчес, тренирующий чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, заявил, что его подопечный способен победить одних из лучших боксеров в полутяжелом весе. По его словам, в числе таковых чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев, американец Андре Уорд и канадец Адонис Стивенсон. Головкин победит всех, включая Ковалева. Но сейчас мы не в 175 фунтах, так что это сейчас даже не на повестке дня. Я считаю, что 3G победит и Ковалева, и Андрея Уорда, и Стивенсона. Но сейчас мы в 160 фунтах. Когда поднимемся, тогда и поговорим и обсудим это, потому что это бои, которые возможны в будущем, пояснил Санчес. Между тем сам Уорд ранее заявил, что его бой с Головкиным более невозможен. По его словам, вина в этом лежит на казахстанце.